Как же мне с тобой повезло. Я закрываю глаза, и мне хорошо. Как же мне с тобой повезло. Я открываю глаза, и мне хорошо. Красивейший закат в Одессе. 27 мая 2017 года. Ну, и хочу сказать, друзья, нам с вами сейчас очень неслыханно и несказанно повезло. Повезло нам, потому что нигде не играет никакая музыка, никакой рингтон, никакого концерта. Потому что, я так понимаю, менеджеры из Ютуба просто выжили из ума. Стали перепуганные, переляканные, перешуганные. Стоишь, снимаешь ролик на улице, рядом заиграл у кого-то телефон, вызов идет. С запрещенной мелодией, блядь. Все, а тут же тебя за использование чужой мелодии штраф. А мелодии повыкупали все хитрожопые какие-то эти, маланцы, которые все сидят в Британии. Поскупали всю музыку. Да что говорить, уже День Победы продали, блядь. День Победы принадлежит британской прокладке, блядь. Идешь возле кафе, где играет музыка. Все, жалоба на нарушение авторских прав. Запретная музыка играет. Едешь в маршрутке, где играет музыка. Все, нарушение. Запретная музыка. Я уже не говорю за концерт или еще что-нибудь подобное. Какой-то розыгрыш призов, какие-то конкурсы, где играет запрещенная музыка. Ну что, друзья, поздравляю. Скоро будем возвращаться в каменный век. В немое кино, благодаря нашему Ютубу. Когда-то он возлагала очень большие надежды по замене телевизора. Но я так понимаю, придется вернуться в телевизор. Да, друзья. Ну, скоро у нас ролики. Немое кино от Ютуба. Ждите. До встречи.